Ну, в общем, мы на Скеллиге, вернее, не совсем на Скеллиге, а на острове Ундвик. Сейчас покажу, где это находится, чтобы вы потом не говорили, как ты туда попал, как ты туда добрался. В общем, если островная часть находится здесь, то мы с вами чуть левее вот здесь. Вот здесь мы с вами были, а здесь еще не были. Вот это, собственно, Ундвик. Плыть сюда на лодке больше 2000 метров. Весьма такое утомительное занятие. Но, тем не менее, мы здесь, и мы здесь ищем Хьялмара. Это, видимо, сын местного короля. Еще я купил себе меч серебряный. На них напали. Я купил себе серебряный меч, и теперь враги разлетаются как... Он сражался босиком. Сирены застали их врасплох. Очень хорошо, в общем, он махает мечом, и враги очень хорошо ложатся. Уже начали объедать падальщики. Столько ран. Отдал я... Должно быть, он долго продержался. Практически 1000 золотых. Их застигли человек, но они отбили лодку к северу. Нужно осмотреть следы вокруг лагеря. Какие следы? Вот следы. Здесь были двое. Порознь. Эти следы более давние. Кто-то ушел из лагеря до нападения. Здесь полно всякой живности, и нам нужно расследовать вообще, что здесь произошло. Возможно, кого-то выследить. Я так понимаю, он свернул, да? В общем, замечу, отдал я практически 1000 золотых. Но это не страшно. Что-то неохота мне было ждать, пока я там докачаю что-то. Он попал прямо на Накер, но завалил его. Да, суровая у островитян жизнь. Поэтому они крепкие, как скала. Он определенно шел туда. Здесь полно всякой разной живности. Вон кто-то уже, по-моему, на меня хочет прибежать, что ли? Нет? Странно, странно. Думал, сейчас нападут. Здесь волки ходят. Виверны летают. Кого-то только нет. Постреляли на одного. Хороший глаз. Какой-то универсальный солдат здесь проходил. За ним одни трупы. О, мы нашли с вами путь перемещения. Этот потерял много крови. Наверное, уже лишился сил. И спрятался вот в этой хибаре. А могу я так сделать? Такого? Во! Не, не могу. Не понял. Все, совсем закрыто, что ли? Вы прикалываетесь, что ли? Он потерял столько крови. Думаю, далеко не ушел. Да, я думал, укрылся в этой хижине. Нет, пошел дальше. Он потерял столько крови. Думаю, далеко не ушел. Ну, мы поняли, поняли. Тут он получил вторую стрелу. Она-то его и добила. А куда делся лучник? Куда делся лучник? Лучник куда-то вот сюда забрел, в пещеру. Продолжая терять кровь. Он шел вперед. А зачем, блин, они вечно укрываются в пещерах? В пещерах может быть все что угодно. Допустим, вот эти твари. Даже не знаю, кто это. Это тролль. И дружелюбно настроенный тролль. Здесь следы продолжаются. Лучник тоже был ранен. Конечно, он вышел из пещеры, нет? Но судя по тому, что здесь следы отсутствуют, из пещеры он не вышел. А пошел куда-то вот сюда. И что-то след как-то... Там что-то варится.
Я вижу след. В общем, оказывается, здесь можно залезть наверх. Оказывается. Я на самом деле здесь долго бродил и не мог никак найти этот подъем. И что мы видим? Мы видим, что кого-то здесь варят. Ледяные тролли. Готовите? Готовим. Эй ты, помоги мне, вода нагревается. Тихо там. Мне нужен этот человек. Не, человек у Мордифа выиграли. Загадки. Значит, загадки любите. Ну давайте сыграем на человека. Если я выиграю, заберу его с собой, а если проиграю, сам прыгну в котел. Это хорошо. Загадки? Сейчас? Не булькай. Не Первая это... загадка. Много ест и много пьет. Ходит он большой и бьет. Наверное, тролль. Тролль, ясное дело. Хорошо, тролль. Пусть говорит свою загадку. Пусть легким бываю я словно перо, быть долго и троллю со мной нелегко. Загрузка пошла. Трудная загадка. Человек обманул. Я выиграл честно. Глупые загадки. Перо. Троллю нелегко. Не пись-пись. Не пись-пись. А что тогда-то? Геральт, ты не мог всем рассказать? Идти сможешь. Попробую. Пойдем отсюда. Все в порядке? Я теперь в жизни в баню не пойду. А в остальном порядок. Ты спас меня. Как тебя отблагодарить? Я ищу Хьялмара. Хьялмара? Мне тоже интересно, куда подевались и он, и вся дружина. Должно быть, что-то случилось. Иначе они той же ночью пошли бы меня искать. А зачем тебе Хьялмар? Почему ты оказался один? Во время ночной стражи я увидел, как Эгнар Сфарер стащил у Хьялмара рог Харнвала, которым мы сирен отпугиваем, и выбирается из лагеря. Вот я и пошел за ним. Не знаю, что взбрело в его рыжую башку. Тысячу раз говорил Хьялмару не брать его с собой. Ну и что, удалось тебе его догнать? Да, в тех пещерах. Паршивец поднял такой визг, что накликал троллей. Я думал, что меня сразу сожрут, но меня сначала посадили в маринад. Сегодня решили, что уже пора. Тут бы мне конец и пришел, если бы не ты. Ты знаешь, где Хьялмар собирался искать великана? Говорят, у него логово в пещерах над деревней. Хьялмар решил, что туда лучше всего попасть по озеру. Виги, помешанный, говорил, мол, есть дорога получше, через шахту. Но никто не хотел соваться в лапы чудищам. Расскажи мне о вашем походе. Началось все, как в лучших сагах. С порядочного шторма. Парус мотало, как кусок тряпки. Потом, когда мы уже берег видели, нас окружили сирены. Будто поджидали. Мы бы с ними справились как-нибудь. Но вот кормчий...
кормчий ошибся? Мать его ошиблась, что родила его на свет. Этот идиот наслушался сказок, залил уши воском и не слышал наших криков. Ну и влепил нас прямо в скалы. Несколько человек погибло, раненых пришлось вытаскивать на носилках, а сирены не отставали. Хьялмар трубил в рог, но мы подошли слишком близко к склону, и на нас сошла лавина. Редкое невезение, и что потом? Мы добрались до этого безумца с кораблем и в конце концов разбили лагерь у сторожевой башни. На минуту показалось, что все обошлось. Крах прислал меня за Хьялмаром. На Артскеллиге будут выбирать нового короля. И все ждут возвращения молодого Анкрайта. Значит, уже началось. Хьялмар — владыка всего Скеллиги. Думаешь, он не подойдет? Хьялмар безответственный, упрямый и никогда не слушает советов. Зато он отличный предводитель. Я с ним с детства дружу. С ним и с Керис. Керис тоже претендует на корону. Керис? Но она... Она ведь... Она достойная дочь Краха. А что Крах? Поддержал ее? Позволил ей отправиться в шальной поход за подвигами? Он был не в восторге. Особенно от того, что Керис его не предупредила. Меня тоже. Куда она отправилась? С кем? На спикировок. Одна. Одна? Зараза! Если бы Хьялмар... Ты не знаешь, она уже вернулась? Когда я отплывал с Артскеллига, ее еще не было. Я уже узнал все, что хотел. Прощай. Подожди. Я пойду с тобой. На счастье, тролли не пустили мой лук на растопку. О, у нас есть карманный лучник. Сапоги нашел? А, ты это... Хорошо. Идем. Снял с убитого. Ну, пойдемте, сходимся. Блин, конечно, тут... Долго и упорно нам лазить. И непонятно вообще, что мы найдем. Мы найдем что-либо вообще. Приключения на свою жопу точно найдем. Ну, козочки пасутся. Вот это я скалолаз-то вообще. Нет, сюда я как-то идти не очень хочу. Давай, побежали. Мне нравится, я так понимаю, Геральт разбиться-то не может, он везде соскальзывает. Крутотенечка. Здесь я слышу духов. Следы битвы. Меч. Что? Что нам это дает? Здесь, кажется, ничего нет. Ну, кажется, совсем ничего. Прям вот только бочки, шкуры всякие. Плохой лут для крафта. Так, выход здесь где? Но здесь нет того, что нам нужно. Я опять застрял где-то в текстурках, выйти не могу. Этот меч нельзя смотреть. Видимо, нет. Следы, следы, следы. Они бежали в сторону пещер. Следы, следы, следы.
Спирт, наш друг. Один из них споткнулся, но успел встать, прежде чем на него напал великан. А ты видишь следы великана? Он шел в ту сторону. Поверю тебе на слово. А вот и пещера. Хорошо, что со мной лучник есть. Тут довольно еще глубоко. Не разобьюсь. Поднимаю, вот это зарубил, так зарубил. Залил тут все кровью. О, а ты уже здесь. Так, ну должны же быть здесь следы где-то. Где-то же должны. О, труп. Охренеть, у мужика с собой была трубка. Бочонок кто-то здесь притаранил. Чистый удар. Голова, наверное, далеко отлетела. И что, трубу им осматривать? Он сражался до конца. Торстен. Следов-то больше нет. Но кровь здесь есть. Много крови. Еще кровь. Ее зарубили. Должно быть вдвоем. Дружина двинулась дальше. Интересно, сколько их осталось? Один. Ялмар потерял здесь много людей. Арвитан Тордор. Он так простился с нами. А, это взрывается, да. Но взрывать нам сейчас ничего не надо. Так, ну поползли дальше. И след продолжается. А здесь их прям много-много. Ну давай, мне нужен ты. Стрелок. Гарпия готова. Не дотянулся я. Что тут осталось-то? Все передохли. Я что думаю, может здесь какое-нибудь сокровище есть? Ну и все. Что и требовалось. Что-то никакого сокровища даже. Ну, ребята, а что ж они тут кружат тогда? Здесь ничего нет. Ладно, нет и нет, пойдемте дальше. На нет и сюда нет. Он не пошел к ним, он где-то здесь срезал. Наверное, полез куда-нибудь наверх. Сапоги убийцы. Че за сапоги? Плюс 4 брони. Так, сопротивление. Ударному урону, сопротивление рубящим ударом. Хрен узнать, что лучше-то. Ладно, пускай будут эти. У них есть классная шнуровка. И надо нам наверх лезть. Он забрался, так забрался, конечно. В
В нее всадили пол колчана. Кто здесь? Так, скорее всего, это есть трупоед. А где у меня против трупоедов? Против людей. Вампиры, элементали, призраки, трупоеды. Они что, лопаются, да? Я там еще кого-то слышу. Но кровь нас ведет в эту сторону. Ой, да облопайтесь на здоровье, ё-моё. Эту рассекли пополам. Ой, боже, что мой-то. Неужели? Нужен ключ. У тебя ключа нет? Стрелок. Ты где? Человек 20. Но Хьялмара нет. Ну, убежал он, и чё? Я должен за ним броситься в погоню? Мне всегда интересуют сундуки. Отлично. Ты пока постреляй, а я лут пособираю. Здесь народу много. Ну чё ты там, ё-моё-то? Какой-то пожиратель неубиваемый. Так, признаюсь, был неправ. Цепная реакция, я смотрю. Так, ну чё там, один остался. Ну иди сюда. Голубчик. Супчик. Блин, к нему ещё хрен подойдёшь. Да что, издеваетесь что ли надо мной? Ну и так бы сразу. Что за люди? Ух ты, нихрена. Кости, 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 кости. Кругом только кости. И сундук... Не, не сундук, ни хрена, блин. Вот здесь он вышел. И куда-то пошел. Он определенно шел туда. Ну, пойдем посмотрим. Ну, что, шел он сюда. Ой, какие долгие поиски, ё-моё. А кто-то из подписчиков мне гарантировал отличный лут за эти задания. Надеюсь, это было правдой. Хрена себе. А я так не умею. Он шел сюда и ушел вот по скале куда-то ушел наверх. Что вы нам предлагаете?
и обойти я здесь тоже никак не могу. Так, лады. Нам еще показывают, что зона поисков где-то здесь. Опять следы. И снова следы. Куда ж ты там ходил-то? Опять гарпия. Боже мой, что-то мне беготня уже утомила. Следы, следы. Тут весь остров в следах. Так, лады, я вижу много... Допустим. Это всегда нужная вещь. В домик мы не пойдем. Мы пойдем дальше. Я вижу, там горит очаг. Понятно. Живой. Упала. Лишилась крыла своего. Успел? Волан? Я был уверен, что ты погиб. Куда ты подевался? Керис поплыла на спикер-рок. Одна! А ты не мог подождать! Сорвался в поход, будто боялся, что кто-то украдет этого великана. Керис претендует на корону? Если бы ты об этом знал, отправился бы с ней, так ведь? У меня, по крайней мере, был бы выбор. Подожди, я еще не поблагодарил тебя, Геральт из Ривии. Я всегда буду помнить, что ты пришел ко мне на выручку. Где остатки твоей дружины? По дороге сюда мы пробивались через стаю сирен. После боя на озере осталось только горстка людей. А сейчас вообще всего трое. Лейфу здорово досталось. Надо бы его перевязать. Он вообще? Что? Нет, он просто без сознания. Он потерял много крови. Он мертв. Я в этих вещах понимаю. Он поклялся на костях своих предков, что погрузит этот меч в сердце великана. Значит, значит, у нас нет выбора. Вопрос. Нет выбора, кроме как погрузить Геральт, это. Присоединяйся к нам. Да пойдемте. А что мне уже? Я еще зря столько ковырялся, что бродил с вами, ходил. Где лут-то? Да погнали, где ваш великан? Ширишар! Вижу, тебе прям не терпится. Козочки. Говорю тебе, это огромный выродок. Вот и отлично. У нас тут целая банда. Наконец-то я до него добрался. Ну где он, ваш мужик? Великий мужик. Коего мы будем сейчас немножко убивать. Геральт, помоги мне это разломать. Отсюда мы точно дойдем до пещеры великана. Спустя пару часов... Я прикрою тебя. Встану так, чтобы не упускать великана из виду.
Удачно, что с нами лучник. Все холоднее. Уже близко. Ну вот мы и пришли. Опять снял он, а? Осторожно. Один неверный шаг, и ты его разбудишь. Хороша жизнь у великана, наверное, спит. И ест, ест и спит. Выпустите меня, пока он не проснулся. Ключ, наверное, где-то здесь. Нет, подожди. Ты знаешь, как называют Виги? Помешанный. И не без причины. Пусть он лучше посидит в клетке, пока мы не покончим с великаном. Анкрайт, ты сдурел? Я думал, это твой товарищ. Да, и поэтому я знаю, на что он способен. Хорошо. Пускай остается в клетке. Что? Я тебе этого не забуду, Анкрайт. Всю славу хочешь присвоить? Выпусти меня немедленно! Не, ну и он нафиг, или сморозит еще какую-нибудь глупость. Что я потом буду делать с ним? А вот он, кажется, и проснулся. Ну, здравствуйте. Где мой напарник? Ага. Да мы такого уже валяли. Чё ты там натворил-то? Не было такого. Наверное, надо было выпустить все-таки бедного мужика. Смотрите, какой суровый. Готов великан, короче. Не сдается до последнего. И стрелы продолжают лететь в бедняжку. Бедный Виги. Надо было его выпустить. Не вини себя. Виги был непредсказуем. Насколько я его знаю, он бы тут же бросился на великана с кулаками. И все бы закончилось куда хуже. Спасибо за помощь, Белый Волк. Я позабочусь о том, чтобы скальды сложили песнь о Геральте, убийце великана. Ялмар, убийца великана, звучит куда лучше. Это твой поход, и вся слава должна достаться тебе. Пожалуй, ты прав. Пойдем отсюда. Я хочу еще смотреть. Когда встречаемся на берегу в гавани. Я же должен здесь осмотреться, что я его зря убивал, что ли? Здесь наверняка какие-нибудь плюшечки должны быть. О, ключик нашелся. Только уже поздно. Бедный Виги отдал концы. Какой-то комбинезон. Комбинезон. Так, и здесь что-то еще есть. Сапоги. Шкура. Шкура дура. Так. А здесь чё? Ничего?
Ну и все, наверное. Теперь надо выбраться отсюда, поговорить с нашими друзьями. Ты возвращаешься на Артскеллиг? Да. Я дурачок. В конце концов, мне же надо короноваться. Я убил великана, освободил Ундвик и потерял всю дружину. Может, стоило идти одному, как Керис? На островах это назовут Великой Победой. Да, Скеллиги может праздновать победу. Но я потерял друзей. А ведь благодаря им я стал предводителем. Они верили в меня. А что Керис? Уже вернулась? Когда я отплывал с Артскеллига, ее еще не было. Она поплыла на Спикерок. Сразиться с тем, что медленно убивает Удальрика. Некоторые говорят, что Удальрик избран богами. А еще говорят, что боги милосердны. Ведьмак, Керис вряд ли обрадуется при виде меня, но ты случайно не собираешься на Спикерок? Еще не знаю. Твой отец спросил меня об этом, но что если с моей помощью Керис победит и станет королевой Скеллиги? Ты мне помог? Скажем, теперь шансы равны, а остальное пусть решают боги. Мне показалось, ты не слишком-то им доверяешь. Я дам им еще один шанс. Будь здоров, ведьмак. Будь здоров, Анкрайт. Бывай.